нашим ритмом жизни, да, люди не видятся, не встречаются, а здесь мы решили собрать всех, чтобы люди встретились, чтобы увидели друг друга. Хотим, чтобы люди на какие-то хоть сегодняшние 4-5 часов забыли о том, что есть за стенами этого ресторана, чтобы побыли сегодня в маленьком уютном Черчике. Черчик действительно был многонациональный город, и, ну, всегда так было, корейцы с татарами дружили, и как бы здесь оно тоже так же происходит, вот, поэтому впечатление хорошее. Сегодня очень рада увидеть своих земляков, спасибо организаторам за этот вечер, очень хороший вечер, веселый, познавательный, очень хотелось бы, чтобы почаще мы так встречались. Слезы на глазах, и я очень рад, счастлив, что мои, как сказать, черчикцы здесь очень хорошо живут, что они пережили какой-то барьер, у них все нормально, все хорошо, процветает все.